Посмотрите, дети, праздник у них, в костюмах нарядные, прям делегация целая детская. Что мы еще здесь видим? Прогулочные экскурсии.
знаменитый пляжик Кокос. Лошадка красивая. Пляж должен быть здесь, общественный. Вот мы идем к нему. Тепло, солнышко перед закатом. Есть на что посмотреть. Набережная проглядывает уже, море вдалеке. Вот мы движемся по Алании. Hello, hello. Удивительно красивое место. Сцену поставили. Будет вечерний концерт. А так семьи отдыхают турецкие здесь, на этой лужайке возле пляжа. Тестируют колонки, видимо. Предзакатные дела. Колонку в море поставили.